Привет! Рад приветствовать тебя в этом видео. Меня зовут Илья Пономаренко и мой сайт ilyapanomarenko.com. Я решил создать серию бесплатных видео о том, как можно зарабатывать деньги в Германии через интернет, а также как можно создать себе пассивный доход в Германии через интернет. 100% легально и серьезно. Кстати, перед тем, как я перейду к теме этого видео, пожалуйста, подпишись на мой YouTube-канал и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные и полезные для тебя видео. Сегодня в этом видео я хочу поговорить с тобой вот о чем. Как быстро заработать деньги в Германии через интернет за 10-15 минут. А в прошлом видео, кто помнит, кто смотрел, я говорил про такой способ заработка денег в интернете, как аффилиатный маркетинг. Большинство людей, которые начинают узнавать способы заработка денег через интернет, в Германии сталкиваются с такой штукой. Чтобы научиться зарабатывать деньги через интернет у какого-нибудь эксперта, нужно заплатить сначала за это деньги. И тут начинает человека душить жаба. Как же так? Он же такой самоделкин, у него вот там пустые карманы, денег вообще нет, и он еще должен там что-то платить, чтобы научиться зарабатывать деньги. Ну, во-первых, за знания, хорошие знания, практические знания, денег заплатить не жалко, потому что это помогает намного быстрее и эффективнее прийти к поставленной задаче и цели. Это нормально. Но, тем не менее, хочу дать такой хак, лайфхак, скажем так, или интернет-хак, не знаю, как это обозвать. Как можно совсем без вложений заработать свои первые деньги через интернет. Итак, способ через аффилиатный партнерский маркетинг. Что это такое, я объяснял в прошлом видео. Если коротко сказать, то это вы берете, ищете продукт или услугу, например, в каком-то магазине, как типа Amazon, или же у какого-нибудь Динсляйстера, или же у какого-то там эксперта, не знаю. В общем, ищете инфопродукт, или физический продукт, или услугу, и затем регистрируйтесь в партнерской программе от там, магазина или создателя этого продукта и так далее. Затем вы получаете уникальную ссылку. Уникальная ссылка, которая помечена именно вот вашим специальным кодом. И дальше фишка в чем? Вы рекламируете этот продукт, но не рекламируете, вот, купи, офигенная штука, всего там. То есть не надо этого бреда, это никто не любит и никто покупать не будет. Лучше всего сделать, например, какой-то обзор, например, этой услуги или продукта, то есть обзор. Если возьмем, давайте, для примера, продукт от Amazon, то где был создан продукт, где был произведен продукт, какие у него свойства, самое главное, что он поможет изменить в жизни потенциального клиента, человека, то есть какие изменения он поможет, как он поможет изменить жизнь, чем он будет выгоден и полезен клиенту, да, потенциальному покупателю, почему он должен его вообще в принципе купить, и где самое главное, можно его купить очень быстро. И потом можно честно сказать, что вот по этой ссылочке прямо можно попасть на там сайт, к примеру, Amazon, где можно купить этот продукт. И по немецким законам, по немецкому правилу, ты обязан оповестить целевого потенциального покупателя о том, что это аффилиатная ссылка. Если он что-то купит через эту ссылку, то ты получишь за это какой-то процент от сделки, что не влияет на цену самого продукта. И то есть покупатель ничем как бы не остается в накладе, потому что цена как была там, к примеру, 50 евро, так она и будет 50 евро. Просто если он купит это через твою ссылку, ты получишь небольшой процент от этой покупки, сделки от Амазона. Таким образом, можно совершенно бесплатно и без вложений денег заработать свои первые деньги очень быстро, первые деньги через интернет. Если у тебя, например, много подписчиков там на Фейсбуке, или на Ютубе, или на Инстаграме, очень удобно сделать такой обзор, выбрать какой-то хороший, действительно хороший, главное не рекламировать все подряд и какое-нибудь говно. Выбирайте хороший продукт, который подходит, может быть, там под тему ваших постов в Ютубе, в Инстаграме, там, я не знаю.
и делайте просто на него обзор. В идеале, если ты сам еще приобретешь этот продукт или воспользуешься данной услугой, чтобы ты мог реально там рассказать, как оно есть на самом деле, своим подписчикам, своей целевой аудитории. Или же ты можешь обратиться к Herstellerу, к создателю этого продукта или услуги за дополнительной информацией, ну и объяснить сразу там, что ты такой-то. Хочешь стать партнером этого продукта, этой фирмы, и поэтому ты решил, тебе нужно больше информации. Может быть, даже тебе вышлют продукт бесплатно. Бывает такое тоже. И таким образом можно заработать первые деньги через интернет в Германии без вложений, при помощи аффилиатного маркетинга. Если плохо с немецким, как найти партнерки? Очень просто, набирайте в Гугле «партнер программы», и дальше Google тебе будет выдавать кучу разных партнерок, в которых ты можешь зарегистрироваться и дальше заниматься аффилиатным маркетингом. Если это делать пассивно, это можно автоматизировать и делать пассивно. Например, если у тебя YouTube, ты можешь снять целое видео, ревью, обзор на какой-то продукт, товар или услугу. И это видео, оно будет всегда храниться на YouTube. Ну, пока твой канал не закроют, или пока ты сам не сотрешь это видео. И таким образом, люди, которые будут интересоваться данным продуктом и услугой, будут попадать на твое видео, смотреть твое видео, если ты сделал все правильно, хорошо, качественно, они будут кликать по твоей ссылке, и какой-то процент из этих людей будет покупать этот продукт через твою ссылку. И так ты сможешь уже поставить свой первый пассивный источник дохода, например, через YouTube. Еще можно автоматизировать через сайт. То есть создаешь сайт, где ты публикуешь эти обзоры, которые оптимизированы специально под поисковые запросы людей в Гугле. И когда люди будут набирать, к примеру, я не знаю, что, к примеру, там, любой продукт, в общем, с Амазона, не приходит сейчас в голову, я не знаю, фестплаты. Фестплаты там 30 гигабайт SSD, какая-то там марка, да? Вот они когда будут набирать, у тебя бац, есть обзор на этот товар. Они будут попадать, если ты правильно оптимизируешь все, на твой сайт, на твою статью, где ты полностью делаешь развернутый, классный, хороший, честный обзор на этот продукт. Какая-то часть будет кликать по твоей ссылке, и от этой части еще какая-то часть будет покупать твой продукт. Таким образом, твой сайт стоит всегда, люди попадают автоматически на твой сайт через поисковые запросы, и ты таким образом также можешь автоматизировать этот вид заработка и тем самым создать более-менее пассивный доход. Есть еще много разных способов, как делать аффилиатный маркетинг, но вот специально для тех людей, которые не хотят платить, вот у них нет денег, бедные, не хотят платить за знания, чтобы показали им короткую дорожку. Вот простой такой хак, как можно с нуля, без вложений чего-либо, заработать свои первые деньги в Германии через интернет, используя аффилиатный маркетинг, партнерский маркетинг и партнерские программы. Если тебе интересно, как это все детально работает, если тебе нужна помощь о том, как вот с пункта А попасть в пункт Б, чтобы у тебя был пассивный доход, если тебе нужен пошаговый план действий. Для таких людей я создал книгу, которая называется «5 шагов к созданию пассивного дохода в Германии с нуля». Ссылочку на эту книгу ты найдешь в моем профиле. Можешь написать мне в директ, я тебе дам ссылку так. Мой сайт ilyapanomarenko.com, заходи, там тоже есть информация. Если тебе нужна бесплатная стратегическая консультация по созданию пассивного дохода в Германии с нуля, то также пиши мне в директ, и я тебе дам ссылочку, где ты можешь зарегистрироваться на мою бесплатную стратегическую консультацию по созданию пассивного дохода в Германии с нуля, или же через интернет, или же и то, и другое. И дальше мы с тобой обговорим, как мы можем друг другу помочь. Точнее, как я могу тебе помочь и чем я могу быть тебе полезен. Тебе понравилось это видео и оно было для тебя полезным? Тогда не поленись, пожалуйста, и поставь ему лайк. Поделись этим видео со своими друзьями и подпишись на мой канал. Не забудь нажать при этом колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные и полезные для тебя видео.
видео. Все ссылки, а также дополнительную информацию к этому видео ты найдешь прямо в описании под этим видео. Так что, если тебе тема интересна, то просто загляни в описание под этим видео, и там ты найдешь дополнительную полезную для тебя информацию. Кстати, а хочешь, я тебе помогу создать твой пассивный доход в Германии через интернет? Или научу тебя лично зарабатывать деньги в Германии через интернет? Просто посмотри, что говорят другие люди, которые уже прошли через мою бесплатную стратегическую консультацию или прочли мою книгу «5 шагов к созданию пассивного дохода в Германии с нуля». Почему бы и нет, подумал я. Я очень рада, что существуют такие авторы, как Илья Пономаренко, который мотивирует людей. Просто потрясающе. Илья не просто рассказывает про то, что вы можете сделать, а вот как мне очень нравится, он приводит прям пошагово, прям по пунктам. Как вы можете очень простыми способами заработать пассивно. Вкладывает в голову правильные мысли насчет дохода, насчет того, что действительно нужно шевелиться. И как это сделать так, что один раз напряжешься, постараешься, создашь свою систему, а потом ты просто с нее получаешь денежку. Оттуда 5 евро, оттуда 60, оттуда 100. А в итоге сумма получается с 3 нулями. Я написала ему еще и лично, и он в своей консультации очень подробно мне рассказал даже про какие-то финансовые аспекты, сколько это будет стоить, рассказал какую-то дополнительную информацию. И именно, знаете, не то, что общее, да, а то, что вот у меня был вопрос, а вот этот момент нужно сделать так или так? Он говорит, лучше вот так, потому-то. Ведь сегодня так просто, каждый из вас может сделать бизнес. Вы делаете это один раз, и потом вам идет пассивный заработок на ваш счет в банке. И это просто супер. А мой мозг закипел. Не тратишь так много времени. Один раз создал, и затем, так сказать, пожираешь плоды. Другие специалисты в этом плане с вас попросят в десятки раз больше. Огромное спасибо Илье за его чуткость, понимание. Огромное спасибо за эту коуч-сессию. Я хочу сказать, что это была одна из лучших коуч-сессий, которые я проходила. Что бы я хотела, наверное, резюмировать. Если у вас есть какие-то идеи, но вы не знаете, как их реализовать, именно теряясь в большом потоке информации и не понимая конкретики собственных действий, чтобы прийти от вашего желания до конечного пункта, почитайте, пообщайтесь с Ильей, реально поможет. Очень советую. То, что ты для меня сделал, огромная благодарность еще раз. Удачи тебе и спасибо. Спасибо, Илья. Спасибо. Рекомендую вам Илью, чтобы вы достигли своих результатов и были эффективными. Ну что, хочешь сам попробовать? Если да, тогда под этим видео ты найдешь ссылочку, перейдя по которой ты можешь получить всю дальнейшую информацию о том, как я лично могу тебе помочь создать твой пассивный доход в Германии через интернет или научить тебя зарабатывать деньги в Германии через интернет. Спасибо за твое внимание, с тобой был Илья Пономаренко, мой сайт ilyapanomarenko.com. Я желаю тебе классного, суперского, прибыльного и солнечного дня. Увидимся с тобой в следующем видео. Пока!